Мир Божий вам, братья, сестры, матери, друзья. Те, что знают, что есть такое мир Божий, знают, что есть такое мир. Приветствую вас всех, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, будет меня годом тихим, отопляет душу мою, идет мне на стези праведности ради имени своего. Если я пойду даже долиной смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мной. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил для меня трапезу, приведи моих врагов, намасил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так милость, благость будет сопровождать меня в последней жизни моей. Я прибуду к вам, Господь, во век. Мы вам возвещаем радость во Христе. Мы возвещаем любовь. Мы вам возвещаем любовь во Христе. Мы вам возвещаем мир. Мы вам возвещаем мир во Христе. Мы возвещаем радость, любовь, мир во Христе. Что бы вы сделали иначе, если им дано было вам жизнь снова прожить с вашей всей практикой в духовном мире, заповедями Божьими Иисуса веры? Это одно из пронизывающих вопросов, которые может человек задать в этом столетии. Десятки тысяч святых имен есть с Господом Богом. Вот имя Давид. Сам Иисус Христос говорит про него. Что вы думаете про Христа? Чей он сын? Как же это силою Духа Давид его Господом зовет, когда говорит. Псалме, я взаимно с вами. Сядь одесную меня, пока не положу твоих врагов подножья ног твоих. Когда он называет его Господом, как же он ему сын? Так вот, Давид имя значит много. Дал 5 гладких камней, пояснил Голиафа, сегодня не было меча, и забил его, подрубил. Так что вы сделали бы иначе, чтобы прожить эту жизнь? Снова есть экспириенс, практика, славе Божьей Иисусу веру иметь в этом. Это есть вера. Если есть вера, довериться Богу, это правильно. Без веры Богу нельзя угодить. Моисей с песни говорит, нету веры, он закрывает свое лицо от них, смотрит, какой будет их конец. Они привели к меня к ревности тех, кто есть Бог, и к гневу своими суетами. Я их приведу ревности тех, кто есть люди, и к гневу глупым народу. Вот огонь разгорается, мое сердце будет палить на нижнюю ангелу. И сера надежда любовью, Богу между ними наиболее. Люби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой своей, всей силой своей. Люби Господа Бога всем сердцем своим, всей душой своей, всей мыслью своей. Она первая на большей заповеди, а другая подобная ей любви ближнего своего, как самого себя. Во имя Иисуса Христа все змеи, скорпионы, все силы вражья, демоны, идите в бездну, в стадо свиней. Слепые пусть видят, глухие пусть слышат, и немые пусть говорят, прокаженные, ущущайтесь. Болезни, враг, другие, любые, уходите прочь. Шрамы, порезов, ударов, ожогов, любой чего. И мертвые воскрешайте. Бедным пусть возвещена будет добрая новость Евангелия. Блаженный, кто не согласится с ним. Счет расходится среди каждого континента, среди верующих. В каждой стране, среди каждого народа, племени, языка, отцов, земли. С этим тоже. Я познан только как погибший умцов из Израиля.
Я после только погибшего дома Израиля. Я хочу взять хлеб ей и бросить псам. Женщина, река, вера твоя, пусть будет тебе, как ты хочешь. Пусть есть женщина, мужчине, мальчику, девушке. Любому, кто верит, если даже это категория собаки. А вот. И народ будет говорить сыны Божьего, можно напомнить. Радуйся язычники своего народа. Нет приятности в смерти грешника. Поэтому я хочу, чтобы все спаслись. Я слова исправлю на память. Это тоже будет совершенно, совершенно отец ваш небесный берет от отца, что он хочет все, чтобы спаслись и пришли к покаянию. С Господом, не смерть врагам, Соломон просил, Бог не долгих дней жизни и богатства. Но чтобы мудрость судить этот народ, высок на берегу моря, будет дана им мудрость, богатство и слава. Бог, как он не было, не будет за его дней. Ему не было и после этого. И существует больше его. Слышь сказано, любите пищу твою, не увидите врага твоего. Я говорю вам, любите врага ваша, благословляйте проклинающих вас, любите ненавидящих вас, любите обижающих вас и гонящих вас, чтобы вы были с нами, отца вашего, в небе. Прекрасное солнце с вами, за ними добрым, дочь посылает на правильно и неправильно. Когда вы любите тех, кто вас любит, какую награду вы имеете, то же самое мытарь делает, когда приветствует только братья, что же с вами вы делаете, то же самое язычник делает, такой совершенно, как совершенно отец ваш небесный, с Господом. Ковчег можно вспомнить, два херувима, Дагонов, это место, как Дагон падал, вот это все. Тоже болячки, которые при ковчеге этом. Есть такой вот был виден храм открытый, в нем был ковчег свидетельства. Вот с Господом, с вдохновением веры, чтобы была вера, надежда, любовь тоже. Любовное поле понимания тоже про это. Без веры Бога возить не можно, значит, полный 100%, 100 раз, что такое вера. Этим пусть не будет сниться, вот, что мы больше с картами. Стараться вот, не попасть, чтобы он закрыл лицо. Нету веры, закрывать лицо. Шалем. Мир Израиля, жизнь Иерусалима.